Доброе утро всем. Да, и тебе тоже доброе утро, хулиганка. Всем еще раз доброе утро. Смотрите, какой у нас тут кавардак на огороде. Накидала курочкам золу. Так лопатой раскидала, так они теперь купаются. Здесь у нас была... Здесь куча была. Ну, мы немножко сожгли травы, которая здесь лежала. Я ее кинула курицам. Вот так они теперь вошкаются там. У нас сегодня более-менее прохладненько утром. Ну, уже второй день как бы жара спала такая ночная. И стало по утрам довольно-таки свежо, хорошо. Вот. Курицу мы выпустили, я вам уже рассказывала. Вчера мы сделали аджику, а сегодня у меня по плану борщевая заправка. Да, курочки, то ли делать, скажи, мы лежим, молчим, да не трогаю я вас. Вот так. Купайтесь. Гоша стоит, перышки чистит. Травку там заодно выпалывайте мне. Скоро здесь перепашем все. Роза все больше и больше расцветает. И чуть-чуть, вот говорю, похолодало, и все, она пошла в цвет. Быстро, правда, цветает. Но, тем не менее, ветки такие опять выпустила большие. Клумба вот так вот сейчас выглядит. Немножко доросла. Ну, ничего страшного. Здесь все по-прежнему. Все по-прежнему. Видите, ветерок сегодня прям гладиолус. Я вам уже показывала. Розовенький расцвел. Здесь вот был белый расцвел. Теперь розовый. Что у нас еще маленько тут цветет? Гибискус цветет. Немножко вот эта георгина цветет. Розочка под ней молодая. Начинает цвести вот эти вот целозии. Я усаживала. Это мне подарили такие саженцы. Вот. Видите, горшки у меня так за лето ничего и не приросло. Я вам уже говорила. Я обрезала все петунии, они засохли, чтобы они по-новому пошли. Надо еще и верхние, наверное, обрезать. Верхние, кстати, я в тот раз обрезала, они очень хорошо второй раз цвели. Вот. Так что есть шанс, что они зацветут. Всем привет. Я сегодня в теплице. У нас опять ведричком прохладно. Можно поработать. Я решила немножко поработать с огурцами. Наконец-то можно здесь выпалывать, подготовить площадь под посадку огурчиков новых. Ну и я хочу еще обработать. Здесь вот много больших огурцов, конечно. Я их сейчас соберу и обработаю от клеща. Мне кажется, опять клещ появился. Даже вот эти вот букашки какие-то вот сидят. Вот этот вот. Огурцы-то хорошие, нет, вот кто-нибудь да нападет на них, видите. От болезни-то я обрабатываю часто, каждые 10 дней, а вот от клеща, который их поедает, это, конечно, не часто получается. Сейчас все это обработаю, уберу, пропалю. Утречком стало хорошо работать, прохладненько. Ну, я, конечно, пришла сразу же в теплицу. Ну, все. Вроде бы ничего такого, что-то провошкалось почти полчаса. Траву прополола, прорыхлила. Кое-где убрала старые листья. Сейчас обработку все-таки сделаю. Помидоры здесь у меня еще так местами. Ну, я их не буду убирать пока, пусть. Огурцы тоже кое-какие, которые завязываются, тоже не стала убирать. Совсем-совсем маленькие. Вот еще огурчик. Вроде бы не видно их. А полведра-то набралось. Смотришь, нету. Начинаешь собирать. Вот, видите, полведра всяких разных. Больших, средних, маленьких и желтых. В общем, всяких. Короче, пока не буду их убирать. Пусть еще попыжится, как говорится. Потому что видно, что завязи есть. Так, мне надо руку.
покормят индюков хотя бы. Ну и нам иногда нужно салатик, все равно срываем пару огурчиков. Пару огурчиков на обед никогда не помешают. Вот. Целую эту тачку вон опять нарвала. И травы, и ботвы. И даже тут с огурцами вот какое-то выдрало. Надо было оставить. Нет, вот маленькие огурчики. Жалко, не заметила. Ну, теперь уже все, они были на самом верху. Индюкам отдам. В общем, так моя теплица пока выглядит. Это сегодня 7 августа, если что. Многие-многие уже все убрали. Все огурцы, все поубрали у всех. Новые сидят. Я все со старыми еще пыжусь. Вот так, друзья. Пошла искать обработку от клещей. Так, все, брызгала я огурчики вот таким препаратом BioKill. Сейчас покажу вам. Вот так вот отрезала BioKill. Здесь 4 мл, я на 5 литров развела. Написано, через 3 дня можно урожай собирать. Но урожай я собрала, поэтому можно ждать. Обрызгала прям так кардинально, что прямо все бежало. Я надеюсь, хоть еще немного, они у нас поплодоносят. Пока мои огурчики эти потихоньку начинают сходить. Вот они, малюськи совсем. Вот. И к этому времени они у меня еще поживут до этого времени. В общем, немножко поработала сегодня с теплицей. Сейчас нужно увезти мусор с тачки. И надо идти делать борщевую заправку. Такая большая заправка получилась. Я делаю пол-литровые баночки, как раз на раз получается для супа. 3 баночки сделала с перцем, это Женя любит. А остальные баночки сделала просто свекла, морковь, лук, там, ну, приправы. Из интернета брала, обычно беру. Потому что сама как таковой не запоминаю рецепты. Вот. Ну, потом пробую еще на вкус, если что-то не нравится, добавляю. Смотрите, сколько у нас ласточек.